слегка спущен. Тут руду. О чем говорить? Хочется прямо быть с той стороны. Только среди вас это называется. Но тут один. Ай. Тут у меня вышла книжечка «Разговоры отца с сыном». Я из нее прочту. Еще Миша. Это мне отец говорил. Миша – это я. А это мой отец. Еще Миша, когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь, но они всегда другие. Как я и ты, как ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сможешь им руководить. Это твой сын. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить. Хочется наказать, заставить. Заставить можно. Но лучше, если он, как ты у меня, найдет сам свою дорогу. Но основные знания, математику, грамматику, поведение среди людей, он обязан суметь сформулировать, чего он хочет от них и что он может дать взамен. Просто чтобы потребовать или подчиниться. Образование помогает терпеть унижение. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Как вам эти примеры нравятся? А что еще можно сказать? Образование – это значит жить дольше. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче. Кстати, богаче без «т». Пишется без «т», а в слове «лучше» после «у» идет «ч» – «лучше». То есть с удовольствием. Богатый созерцает, что получает, а образованный сравнивает то, что видит, с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. Образованный понимает темного человека, а темный не понимает образованного, сынок. Темный ни разу в жизни не скажет слово «опровержение» или «трепетный» или «волнующий». Он даже не скажет простую фразу «я с трудом пережил ваш отъезд, девушка». Он в восторге ненависть выражает одними и теми же словами. Он, Миша, женщине не оставит воспоминаний. Запоминается не поцелуй, сынок, запоминаются слова. У темного человека неинтересное молчание. Мы с тобой, помнишь, говорили, что образование – это не память, хотя и память тоже. Это не цитирование прочитанного. Это формулирование своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование – это уже кое-что свое под другой фамилией. В суматохе, Миша, нельзя терять мысли. Мыслей не так много, шуток – миллионы. Мыслей – сотни, идей – десятки. Законов, по которым ходят люди – единицы. Их знают все. Все знают одну идею темного человека. От него ждут хотя бы самообразование, хотя бы впечатление от прочитанного. Только не от кино. Кино не рождает в зрителе идею или мысль. Только книга. Только книга научит здоровью, силе воли, когда полистаешь у кого-нибудь и почитаешь у кого-нибудь. Пусть твой сын будет образованным человеком. И диплом тут ни при чем. Кстати, он должен знать, что в предложении «ни при чем» все слова пишутся раздельно. Все, мама нам оставила обед на кухне, подогрей себе. Я вернусь поздно, много вызовов и мало лифтов. Пожми мне руку, вот, я пошел. Кстати, образованный человек счастлив в старости.